Доброго времени утра, дня, вечера. В общем, ребятки, всем доброго времени дня. Вот, всего вам самого хорошего и так далее. Мы просыпаемся, вот просыпаемся. Тут лежит опять этот, как говорится, стриптиз устраивает человек, да. Мы просыпаемся, идем с вами завтракать. У нас ваша любимая рубрика, ну и наша любимая рубрика. Пойдем пожарем. Подрубрика «Завтрак с пиратами». Ребятки, сейчас мы будем готовить. Хочу знать, что приготовить. Хочу приготовить... Так, пирог погреть. Это для начала. Раз. У нас есть с вами сыр. Так, сыр. У нас есть с вами кильбаса. Точнее, сосисон. Сосисонки. Сосисосочки. Так, у нас есть еще вот такая вот колбасочка. Так, ну, в общем, сделаем еще, как всегда, салатик. Вот. И сделаем, скорее всего, знаете, что сейчас? Сделаем с вами омлет. Давно не ела омлет. Хочется что такого вот с молоком, с молоком, с молоком. Разумеется, чай, кофе и так далее. Смотрите, какая у нас погода за окном. Все хорошо. Прям вот жара-жара, прям подходишь и прям печет-печет. Погода шикарная, приходится сидеть дома. Вот именно вот такую погоду я люблю. Когда, знаете, не прям вот такая жара-жара, но достаточно тепло, чтобы прогуляться, солнышко, прям... Как же не хочется сидеть дома, но приходится. Что, давайте завтракать. Присоединяйтесь, кто к нам еще не присоединился. Так что давайте быстренько-быстренько готовим, готовим и начинаем завтракать. Ну что, у нас Вован тут, как всегда, режет салат, помидоры, вот, огурчики, укропчик, красный лук. В общем, чтобы был свежий, хороший салатик. Вот Вован Павлович, как все. Знаете, что пишут? Что типа Вован сидит такой, так скрупулезно режет, так аккуратненько, так постепенно, такой весь прям из себя. И как-то тебя, знаешь, назвали этой, как он, машинкой домашней. Производство Вован. Вован. Как твои дела? Вован. Вован. Все, у нас это. Программа по переработке салата, так что извините. Вот. Сейчас, кстати, знаете, что хочу сделать? Я хочу сделать омлет. Вот у нас есть яйца. Сейчас вам покажу рецепт. Что у нас тут грязно? Непонятно. Почему у нас тут грязно? Грязи в нашем доме быть не должно. Не должно. Особенно в карантин. И никогда, и ни зачем. И ни зачем. Так, смотрите, берем 5 яиц, можно 3, можно 4, смотря кто сколько съест. Я кладу 5 на нас двоих. Эйк, мисочка. Тырим. Эйк, яички. Яички. Знаете, мне тут писали, что типа, вот, яйца не моет, там ля-ля-ля, в общем, какая я плохая домохозяйка, там туда-сюда. Но, ребятки, хочу сказать такое, что если вы яйца едите сырыми, то, разумеется, их мойте. Но если вдруг вы их жарите, парите, варите, еще там что-нибудь, в общем, всячески обдаете горячим, так сказать, ну, горячий цех, да, подвергаете их горячей обработке, то можно и не мыть. Вот. У каждого свои, как говорится, тараканы в голове. У нас таких тараканов нема. Мы их хорошенечко прожариваем, что мы, как говорится, не боимся. Вот так вот. Мусор что-то набирается так быстро. Заповедный Вот, в общем, смотрите, сейчас это все дело взбиваем хорошенечко. Так, разбиваем. Хорошенько, хорошенько это все дело промешиваем. Добавляем молока, кто любит побольше, кто может поменьше. Я на глазок всегда добавляю. Добавляю всегда на глазок.
Так, берем соль, сразу солим. Тоже на глазок. Да, все на глазок. Все это дело сразу солим, вот такое. Сам все насыпь, сам. Да. В общем, на глазок кому сколько нравится. Хватит там ржать. Ты чё ржёшь-то? Повод, ну-ка расскажи, чё там? Про что ржём? Про что? Про то, про чё? Заяц по рынку идёт. Ну? Глядит там волк рыбой торгует. Ну? И чё? Не, волк идёт там, заяц рыбой торгует. И чё? Типа... Причем рыба? Да, там, 10 рублей. Ну, как дешево. Ну, говорит, взвесь мне это, килограмм 5. Ну, когда, говорит, как я тебя взвешу-то, у меня весов, говорит, нет. А ты, говорит, на, говорит, глазок. Сам, говорит, себе на глазок насыпь, говорит, собака бешеная. Вот такая вот минутка юмора от Ван Павловича. Не знаю, где смеяться, где-то сказал смеяться. Лично я не поняла. Смеяться после слова «лопата». После слова «лопата»? Понятно. Буду знать теперь. Ставим сковородочку греться. Вот такая у меня универсальная сковородка. На все случаи жизни. И на картошку, и на все. Так, использую масло сливочное. Так вкуснее. Так. Блин, ногти отрезала, теперь даже не могу подцепить вот это дело. А. Господи, как же это подцепить? Так, надо поменьше, а то я туда проковыряюсь маслом. Вот как вот это вот? Как вот это вот? Короче, вот так вот. Взрезаем. Хотела сделать красиво и эпично, в итоге нифига не получилось. Отрезала себе ногти и все. Видите, все ногти подрезала, что-то они меня стали раздражать. И я взяла и срезала все. Да. А то растут очень быстро, собака. Кстати, мне говорили, знаете, волосы, ногти и кожа – это конституция. Вот спасибо моим родителям. За волосы, за ногти. Да, моим волосатым родителям. Волосато, ногтято, не знаю, кожисто, ногтистым людям, которые подарили мне такие ногти, волосы и кожу. Хотя у мамы, знаете, у нее волосы были плохие. Она постоянно мучилась, она хотела, чтобы у меня была длинная коса. Значит, от соседа. Может, не от мамы? Я про маму говорю вообще-то, а не про отца. Ты так говоришь. Так, это еще раз все взбалтываем. Сейчас маслице у нас разойдется. Не, ну кстати, у меня отца тоже плохие волосы были. Может, я действительно у меня, может, я приемная. Может, деда? Может, и дед. Не, в деда тоже плохие. Он лысый вообще был. Лысый был? Да. А до этого? Мне отец все время говорил, что у меня волосы, как у него. Только, извините меня, он был всю жизнь седой и лысый практически. Как это говорил? У меня в молодости такие волосы были. Вот так. Может, это действительно от него. Так. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Видите, у нас это прям комбайн. Цех по производству еды. Завтраков. Так. Все это выливаем. Так. Можно делать огонь побольше. Так, в общем, смотрите, как у нас здесь все жарится, парится. Ой, смотрите, какая красота. Можно еще вот так вот сделать немножечко, чтобы быстрее все пожарилось. Вот. И вот такая красота. Смотрите. Огонь огоньский. Маслице у нас немножко не разошлось. Вот. Я предпочитаю, знаете, под крышку не класть, чтобы немножко сохранялась вот эта вот лизонкость, чтобы он был не такой сильно крутой, обжаренный. Вот такой вот у нас классный омлет. Омлет. Ну, хотя можно и даже под крышку. Все. Сейчас пару минут и будет все готово. Тут пока у нас Вован стругает что-то вкусное. Что у нас Вован стругает? Он уже ничего не стругает. Он ничего не стругает? Понятно.
Он уже все настругал. Все настругал? Отвечает некто. Молодец. Я хочу чаю поспать. Будешь чай? Тебе чай или кофе? Иваныч, тебе чай или кофе? Или. Или все сразу, и можно без хлеба? Или. Или. Было, но прошло. Все. Ой, ребятки, смотрите. Омлет наш практически готов. Вот такая красота. Готов. Та-дам! Выключаем. Все. Красота. Стол почти готов. Смотрите, какой у нас стол получился. Так, это у нас омлет, колбаска, сырочек нарезанный, пирожок. Вован тут сосиски намазывает. У него тоже омлетик, салатик, да. Если не наедимся, у нас есть еще очень вкусный там творожок. Да. Что, ребятки, всем нам приятного аппетита. У нас еще также чай есть. Осторожней. Не переживай. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Слушай, нафига ты туда с этой? А все, чуть-чуть осталось, да? Чтобы новый купить. Ну ладно. Или ты против? Я против. А Баба-Яга против, да? А Баба-Яга против. Да. Так, что у нас? Все готово? Все готово. Так, приятно. Выкину. Откуда я взялась? Не знаю. Из тебя, наверное, уже что-то сыпется. На стуле. Да. С обратной стороны ток. Да. Вот у нас завтрак. Что-то я, по-моему, тебе больше яичницы положила. Что-то непорядок. Вот так вот. Ой. А нет. Не испачкалась. Боялась, что это испачкаюсь. У нас, как всегда, с вами чаек. Вован тут это изъявил желание кофу. Пускай кофу ест. Он все пьет. У нас много-много всего вкусного. Вкусный получился омлетик. Шикарно. По мне не догрело. Все. Сосиски тут уже воруют. Да. Могу своровать сосисочку-то. Приятно у тебя пизда. У тебя не хворать. Я тебя уже на спину плюнула. Я тебе тоже. Да? Да. Два, блин, рада. А так я тебе тоже. Чего мелочиться? Иди в жопу. Что творится вообще жить? Что-то мы, по-моему, очень сильно отсвечиваем. Mm-hmm. Ну-ка я закрою окошечко немножко. Что ты как-то? Все равно ты будешь отсвечивать. Ну, я так отсвечиваю. Ну, нормально. Хоть немножко. Фу! Бацилла ходячая. Ничего подобного. Бациллообразная. Хорошая горчичка. Да. Приятного. Приятного всем аппетита. Да. Дрёненькая. Надо еще купить. Что там? Не знаю, как вирус выгоняет. Да. Ну, лайфхак, как справиться, понимаешь, с коронавирусом, ребята. Берете сосиску, намазываете ее горчицей и съедайте. А же сыр. А какой горчицей? Русской. Только русская. Горчичка выгоняет все зло. Весь вирус. Да. ОРЗ, ОРВИ, грипп, да. И корона. И корона. Это много это действия. Mm-hmm. Боюсь, это горчица, она просто наоборот распространяет. Когда ты чихаешь, она на все стороны. Mm-mm. Она выгоняет его. Mm-hmm. Главное чихать не как это помещение. А ты сейчас где чихнул? А я здоровый. А ты здоров? А ты уверен? Mm-hmm. А я не уверена. Давайте у нас еще салат.
Очень вкусный. Салат просто с маслом и с этим, с этим, таком. Со с маслом и со Я глицин сегодня не пила еще. Со солью. Со солью, да. Со солью. Блин, у меня бывает иногда на такое. На трифор. Я... Ой. А он проявил свои это, недюжие способности. Что, типа, он тут там крутой. Познание. Химик. Химик. В то время, как наши космические корабли браздили просторы Большого театра, ты у нас учил химию. А кто-то сидел дома, учил химию. Блин, грыз гранит науки. В это время Баван спирт готовил. Гонял. Че я парюсь-то? Я тебе в следующий раз гранита посыплю и кушай на здоровье. Да? И красота. Хороший салат. Красота. Хорошо сидим. Вон тот. Вкусно? Омлет хорошо получился? Чего-то не хватает. Чего? Не знаю, помидорки, наверное. Помидорки? Какой-нибудь салатик съешь? Да. Не, ну знаешь, помидоры с молоком будет это. Я боюсь, что ты обдрыщешься. Я вдруг толком помыла. С таким-то питанием, понимаете, да. Самое популярное место у нас это туалет. Не за столом сказано. Сильно питание. Да. Тьфу-тьфу-тьфу. Все хорошо. Чтоб я так жил. Ой, чтоб ты так жил. А ты так и живешь. Всегда. Знаете, кто-то пишет, что, типа, зачем ты Вовану, готовить не умеешь, ничего там не делаешь. Но я омлет делаю. Я, извините меня, развлекаю. Я женщина для любви. Что там за критические мычания на том конце? Чего? Кто мычание? Жуй-жуй, глотай. Вот именно, жуй-жуй, глотай. Склифосовский. А кто такой Склифосовский? Твой надзиратель. Да, да. Ты даже не знаешь, кто это такой. Ну и кто это? Известный хирург. Да? Ну, поэтому его именем названа больница в Москве. Да? Ладно, верю. Верю, верю. Пробую закрыть фотки. Так лучше? Угу. О! Офигенно! Офигенно, братан! Офигенно! Теперь все видно! Ура! Представляете? Солнце фигачит, и все видно. Дай. А теперь у нас все. Чего? А, в ближайшее время... А, опять у нас президент будет выступать. Бухтеть. Да. Еще на месяц? Да. Приплыли. Что-то рано. Да. Сегодня только 8 число, а не 30-е. Угу. Ну, что, запастись. Не, ну вообще, знаете, смотрела по распространению. Такое ощущение, что сейчас просто начали проявляться те, кто... Приехали 2 недели назад, вот они и начали. То есть, знаете, грибы по весне. Блазить. По осени. Угу. Видишь, сосиски форму, видишь? Держу. Они, по-моему, внутри не очень прогрелись, мне так показалось. Не, нормально. Вот у них даже форма осталась. Ну, приятно у тебя. Значит, они настоящие. Ну, вода не выделилась? А как определить, настоящая сосиска или не настоящая? Вот ее погреем микроволновкой. И что? Не увидишь. Что, увидишь? А если она высохла, и там это, внизу водичка, иначе в ней мяса мало. Мясо одна мало. Бумага. Mm-hmm. А эти, видишь, целые остались. Как были большие, так и остались. Да-да-да. Понятно. Не высохли. Все с вами.
Вот такая красота у нас. Сейчас все съестся. Ну, за сосиски я не переживаю, это точно. Что залип? Вот это все. Залип. Гипнотизирую людей. Гипнотизируешь? Да. Видишь, в камеру. Заметьте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, пишите комментарии. Ну или просто есть. Все. Диск. И кушайте вместе с нами, да? Да. Кушайте как мы, ешьте лучше нас. Да. Ешьте больше нас. Больше? Мне кажется, больше уже никого не получится. Есть такие люди. Которые больше нас съедают? Угу. Че, у нас реально есть подписчики, которые нас больше съедают? Да. Кто? Я не знаю, там из Краснодара откуда-то, еще что-то. Там семьи большие. Я хочу, знаете, когда вот наступит лето, хочу купить арбуз и устроить там это, с арбузом. Блин, так классно, мне кажется. Да, че видишь? Ага. С арбузякой. Погреть перерыв? А ты его что, не грела? Меня. Жопа. Ну чего греть-то? Пока ты тут сосиски свои ешь, а он же состынет 5 раз. Да-да-да. Ты в психомолку тут салатик подгрызаешь, да? Какой, да? Я, чего? Где? В психомолку Вован подгрызает салат. Где? Кто? Не бойся ножа, бойся вилки. Не бойся ложки. А, не бойся вилки, бойся ложки. Один удар и череп в крошке. Не-не-не. У тебя ложки нет. У тебя вилка. Что, половник возьму? Будешь выпендриваться. Ты иди сказал. Кто бы говорил? Злуги. Но-но-но. Я бы попросил от советской власти. Иди попроси, ее давно нету. Руки прочь. От достояния человечества, от Вавана. От союза социалистических республик. Да. Капиталист проклятый. Взяли в спаре. В прошлых выпусках мы вам показывали. Кто-то, знаете, наш канал сравнил с каналом Дом 2. Типа там за стеклом, да? Помните, была такая передача? Вот, типа, тоже. В каком-то смысле, возможно, так и есть. Кушай и радуйся моему здоровью. Только не обляпайся. Обязательно. Омлет очень люблю. Очень любим на завтрак, знаете, яйца. Хорошо как? Да, такой кайф. Он обжег все пальчики. У тебя вон там это... Ты улыбнулся, у тебя там это... Здесь остался там и укропчик, там помидорка. Он очищает зубы. Да. Укроп очищает зубы. Вот он там и чистится. Бегает чисто, а ты его палишь, как он зубы чистит. Это как Вован постоянно, знаете, что-нибудь там у него в зубах остается, я говорю, Вован, у тебя там осталось. Это не осталось, это заначка. Это запас. Как хомячок, знаете, за щеки рассовывает, а он по зубам. Не, у меня в зубах ничего не остается. Предпочитаю, знаете, после каждой еды зубы споласкивать. Берегите зубы с молоду, сейчас очень дорого зубы лечить. У меня, кстати, мама была стоматолог. Я знаю, насколько это было дорого. Мама у меня была... Кстати, минутка, понимаешь, исторические справки. Мама у меня была стоматолог. Вот, она проработала 30 с лишним лет. Родом она из Московской области, из Подольска. Вот, отец у меня инженер всю жизнь был, типа руководитель. Типа. Ну, типа. Ну, типа. Да, отец у меня был инженер. Вот. Какие-то руководящие посты, ну, в общем, такой-то. Закончил тоже наш, по-моему, как
Мишка как заканчивал? Технику? Не, не техникум, а как там? Политех. О, политех он заканчивал, точно, отец. Ну, то, что я с такой, понимаешь, я семьи воспитанной. Да. А он у нас тоже, понимаешь, не пальцем деланный. Отец у него в одно время был депутат, да? В советское время. В советское время. Четыре срока был. Четыре, так, не надо говорить, четыре срока. Ну, четыре раза. Ну, депутат, наверное, по Нижегородской области, да? По Автозаводскому району. По Автозаводскому району, да. Так что он тоже, понимаешь. Он у нас и токарь, слесарь, и сантехник, да. И монтажник, высотник. У него много профессий. Вот у меня отец всю жизнь был инженером, заканчивал. У него профессий много всяких. Заканчивал, извините меня, работу охранника. Вот. Отец у Вовчики тоже был, извините меня, депутат. А с кем сейчас заканчивает работать? Бригадир слесарей, сантехник. Вот, так что, понимаете, то, кем ты был в молодости, еще ничего не значит, что ты будешь вот... Говорится, жизнь заставит, приходится работать. У меня отец был главным инженером в свое время тоже. Но у меня отца вообще это корчик всяких профессий. Так у тебя и бабушка там. Солить можно. У тебя и бабушка там, кто она была-то? Дважды ветеран труда. Да, дважды ветеран труда. Вот мы тогда к ней еще приходили, когда она еще жива была. Она там показывала всякие, знаете, медали, награды, она же войну прошла. Вот, в общем. А БАМ строила. БАМ строила. Ну, вот видишь, даже БАМ строила. В молодости. Мы с тобой нормально. А мама у тебя кем работала? Мама у меня бригадиром была. Ведь у нас, короче, семья бригадиров. У нас все бригадиры. Мама только у меня была там, обычным стоматологом. Она была бригадиром. И выращивала огурцы, помидоры, перец. Да, вот у нас совхоз, по-моему, да? Да. Нижегородский. Вот там она выращивала огурцы, помидоры, так что... Не Нижегородский, а Доскина был раньше. Доскин, да, так что поэтому у них дома всегда было очень много огурцов, помидоров, и вот Вован хорошо это дело умеет солить. Да? Да. Будет как-нибудь время, точнее, когда пойдут огурцы, помидоры, покажем, как мы солим. Да? Если будет. Будет, да. Сейчас еще пока рано об этом говорить. Вкусный, кстати, пирог. Он, знаете, таким, как он. Ну, это фарш обычный. Рыбный. Но у меня прям, конечно, очень мило. А мы успеем все. Это мой вообще. Чем мы теперь? Сделать все. Ты уже третий схватил. Вообще, нехороший человек. Да-да-да-да. Нехороший человек. Приходится следить. Ну, увлекся. Бывает. Бывает. А. Хорошо, сидим. Вкусные сосиски-то. Ага. Но мне вот, знаете, у тебя сейчас капнет. О, о. Чего капнет? Где? Ну вот, 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 вот. Ну чего капнет? Знаете, мне очень понравились вот баварские сосиски, которые мы покупали, которые, помните, такие махонькие были. Они были, кстати, намного вкуснее. Может быть, они, конечно, были искусственные, но мне больше понравилось. Слушай, как думаете, когда вся эта хрень закончится? Кто-то говорит к июню, кто-то говорит к июлю. Я не знаю. Мне кажется, слишком сложно предсказывать, потому что у нас каждый день новые цифры, больше и больше. То есть как вот это... Люлей вставлять, Вова. Да. Как бы ограничения как бы не делали... Как бы не делали ограничения, да, все равно. Растет, понимаешь. Спрашивается, а зачем тогда людей драконить? Зачем тогда, раз все равно вот такая большая, так сказать, заболеваемость, зачем людей ограничивать? Мы, знаете, гуляли. Ну, и наш тут. А даже никто. Мученик будет. Мученик. Людей получать. От дяди Вова. Нормально. Людей это хорошо. Ну, видишь, 1175 новых случаев. Жесть-то. За сутки. Да? Офигеть. 8500 уже. Видишь? Вообще, знаете, для чего вся эта фигня? Для того, чтобы в больнице врачи
могли успевать справляться с этими больными людьми. Чтобы хватало аппаратов и ЭВЛ. 6 тысяч в Москве уже, о, видишь. За 24 часа плюс 660 человек. В Москве. Да. Жесть. Съешь мою сосиску? Никто ничего не делает. Вот сегодня будет Вова люлей. Дарю Вовану сосисон. О, угощайте сосисочкой. А мне салочка оставьте. Можно? Спасибо вам. Приятного тебе, Вован, аппетита. И вам, кстати, кто с нами кушает, кто с нами завтракает, тоже всегда приятного аппетита. За, блин, 1200 сами тестируйтесь. За 1250. Знаете, это не факт, что вот сейчас у вас нет коронавируса, а потом вы не выйдете на улицу, где-нибудь его не подхватите. Что вы там, каждый день что-нибудь будете его делать? Да, не все сообщают о том, что были за границей. Самое лучшее, ребят, самое лучшее, это для начала следить за своими симптомами, раз. Во-вторых, проявлять иммунитет, есть побольше овощей, есть побольше фруктов, витамины. Купить себе какой-нибудь витаминный комплекс, если еще есть в аптеках. Да. Не факт, что есть. Вот. Высыпайтесь. Прикусила язык. Высыпайтесь. Вот. Ведите нормальный образ жизни, делайте зарядку. И хотя бы гуляйте на балконе. Так будет все хорошо. Да. А еще лучше на крыше дома своего. На крыше дома своего. Да. Маски делают, видишь, Питер. Маски делают, только масок нет нигде. Наши чиновники кричат, что почему нету в аптеках масок? Потому что все говорят, маски в больнице. А в больнице это выпускают, снимают ролики, что в больницах нет ничего. Где-то на этапе перевозки масок они пропадают. Да. В Бермудском треугольнике. Исчезли. Горько. Новосибирск. Тоже делают. Видишь? Все. Салатиком мы с вами справились. Остался пирожок. Пирожок. Видишь, хлебушек это пекут. Да. Из масла. Делали эти. Видишь, сейчас показывали. Все. Которые делали освежители воздуха, а сейчас делают маски. Были в спаре, ребята, сколько стоят сейчас вот эти дезодораторы, антисептики, о, 200 рублей за штуку вообще. А ты знаешь, что эти антисептики прислала нам Франция? Ага. Эти антисептики, вот они стоят 200 рублей, потому что они из Франции. И с ароматом Шанель, видать. Не, их делают, это на самом деле Шанель, они отстроили новый завод по производству именно антисептиков. Мне пофиг, как пахнет этот антисептик, потому что он выполнял свою задачу. Да, он не пахнет вообще нисколько. Он просто дезинфицирует. Да? И все. Он не пахнет. Просто на самом деле его делают именно Шанель. То есть они выделили несколько миллиардов, чтобы это делать. Не только для блин Франции, но и для других стран. Дезинфицируют подъезды. Кстати, я реально видел. Это в Северной Осетии, он, видишь, это даже асфальт дезинфицирует. Нет, вот Саша, знаешь, Саша в Инстаграме я подписана, который на коляске-то. Нет. Вот, он показывал, что у них прям подъезд в Печорах. Да. Знаешь, прям подъезд это дезинфицировали. Ходили прям. Матери также да. Ходили. Но когда они по запаху почувствуют, говорят, уксус. Типа уксусом, что ли, дезинфицируют. Кто уксусом, кто этим. Но вообще они используют эти таблетки, как тогда это показывали. В соцсетях писала, это одна из сотрудниц, Жека. Он говорит, им дают вот такую банку, там, это там, таблетки с содержанием хлора. Вот. Mm-hmm. То есть ее кидаешь, это одну таблетку, 2-3 таблетки, на 2 ведра воды. Они этим опрыскивают все, ходит. Весь подъезд. Пульверизатора. Перила и так далее, и так далее. Меня отца так хотели. За обнем прячу, он говорит, ну что, идите нафиг. Мне 60 лет, я, говорит, это в зоне риска, идите сами. Это опрыскивайте. Да, ну правильно. Он дома сейчас прячется. Слушайте, как вообще вы считаете,
Стоит вообще делать вот этот анализ на ковид? Или не стоит? За 1250 рублей. Да пофиг, 1200, не 1250. Не, я про то, что оно вообще нужно, не нужно. Вы будете делать? У нас есть вообще те, кто сам изъявил желание сделать такой анализ? Да, как, блин, говорят некоторые. Если у вас нету его, то к вам его там занесут. Да, найдут. Потому что я что-то сомневаюсь в чистоплотности наших этих органов. Так это как, знаете, еще такое говорят, что нету здоровых людей, есть недообследованные. Потому что, насколько я помню, блин, в советское время мне, блин, занесли это вирус, блин, гепатит. Фу. Это в советское время. Это гепатитный? Гепатитный? В детстве. А ты вылечился? Гепатит, да. Я в 10 лет им это болел. Открываются интересные подробности. Да. Я когда лежал с травмой глаза в 42-й больнице, в советское время. В советское время. Там был строго насчет этого. Ну, а что? Мне, блин, занесли это через кровь, блин, когда кровь брали из пальца. Вирусный гепатит. Жесть. Ну, ты вылечился? Я буквально, когда выписался из больнички с глазом, и, блин, попало это, и через 3 недели сразу, блин, в 23-ю. И то, у меня было состояние такое, вот, у меня, это врач, который меня наблюдал детский, спасибо ей, который мне лечил глаз, говорит, что-то у нас никакой прогрессии нету, говорит, я вам выписала сильные капли, а, говорит, зрение-то не восстанавливается. Она поглядела, говорит, что-то, говорит, у вас прям с печенью, говорит, езжайте в 23-ю, нать. Жесть. Ну, в общем, все нормально. Что сейчас, блин, говорить, что там делать в медицине, я вообще молчу. Бывает разное. Вообще, знаете, я вот лично не люблю проверяться. Я знаю, что пойдешь проверяться, что-нибудь найдут. Еще то кучу одно, всяких, блин, то другое, да. Болезни, даже те, которые не существуют. Особенно... Как доктор... В наших больницах сейчас и поликлиниках одни доктор Хауса, блин, работают. Особенно, знаете, если вы пойдете в платную клинику, где там... Ой, там одни доктор Хаусы, точно, блин. Их как, это, специально под, блин, убирают. У вас там и волчанка, и собачанка, и лисенка. Ты, когда лежал, тебе волчанку хотели поставить. Не, это брали анализ на волчанку. Отрицательно оказалось. А, ну такие дела. Там, может, не могли найти, откуда у меня взялся тромб. То есть... Угу. Причина, от чего он по, блин, явился. Я тебя куснула. Не все про, блин, верили, нету ничего. У меня-то, кстати, и с вирусным гепатитом было. Короче, у меня было. Да, я попал в в 23-ю. Ну. Вот. Я приехал сам. Врач, который глядел мои анализы, он говорит, ты, говорит, сам приехал. У нас, говорит, обычно на год скорый это приготовит таких. А, говорит, ты сам. Начал удивился. И что самое главное, ровно через недельку у меня все анализы в норме. Я, блин, вылечился. Самоощущение. Меня две, блин, недели просто держали. Просто так. Для, блин, карантина. Потому что положено с такой болезнью лечиться 3 недели. Я, блин, вылечился за, блин, неделю. Меня две недели там это держали. Молодец, что ты вылечился. Молодец, что приехал. Так меня и, блин, и в 5-й больничке это, блин, держали просто так. Это 3 недели. Что думаешь? У меня уже через неделю было все нормально, только они искали причину. Тут, кстати, знаете, нам писали. Ну, китайцы показывают. Какая-то хейтерша, короче, писала. Ой, вы типа сами сбежали из больницы, там ля-ля-ля, нарушили карантин. Ребят, во-первых, когда мы вернулись, еще вот этих карантинных мер не было, это раз. Во-вторых, почему Вована искала, так сказать, больничка? Не потому больничка, что... а Роспотребнадзор. Да, его искал Роспотребнадзор, потому что мы должны были прилететь 10 марта, а пролетели мы 4-го. Соответственно, мы должны были прилететь в Нижний. Мы 5-го были. В Нижний должны были пролететь, а прилетели в Москву. В Москву. Да. То есть это говорит о том, что а так нас как нас потеряли. 10 числа на, блин, рейсе не было, а в списках мы числились. Да. Непонятно по какой причине, но, блин, числились. То, что мы предупредили да, и компанию Пегас и отельного гида, что мы улетаем по такой-то причине. Угу. Вот.
за блин свой счет. Вот. Да что вот такие дела? Потому что мы нормальные, мы честные. Мы, если надо было, мы бы отсидели дома. Мы люди ответственные. Мы так отсидели почти две блин, недели перед тем, как я вышел на, блин, работу. Да. Ну, максимум вот на похороны. 19-го я вышел, что ты, считай, с 5-го по 19-е. Как там писать, типа, вот мы пошли на похороны, и типа вот там вот тебя чего? Поздравляли. Чего? Каких похороны? У нас из родственников никто не заразился, прошло больше месяца, ребят, так что... Там надо. Из блин родственников-то было, это все почти пришли, это, блин, к выносу, и это реально все были на улице. Там невозможно, блин, заразиться даже. Такие дела. Там было 5-6 человек, что там? Ну, нормально. Вообще ни о чем. Вон только ты за, блин, болел. На, блин, кладбище просто. Ну, только ты идул. Просто студил. Вот только ты, блин, заболел. Ну, да. Не, ну, я сама виновата. Тебя продул, ты, блин, это выглядит легко. А, да, что-то я как-то это не подумала. А там поле чистое. Угу, мама продула, и попу продула, и так далее. Вот такие дела. Ребят, вот такие у нас завтраки. Каждый раз что-то стараемся новенькое, что-то интересное, что-то вкусненькое. Вот, интересная у нас тема для обсуждения, так что не забывайте подписываться на наш канал. У нас цель остается безизменной. 30 тысяч к концу года. Надеюсь, у нас все это дело получится. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Мы вас очень сильно всех любим. Скоро у нас будут новые выпуски, так что не забывайте подписываться, нажимать колокольчик, чтобы их не пропустить. На сегодня у нас все. Всем спасибо, всем пока! Пока!